Ежегодно в Омской области лучшим молодым деятелям науки вручают правительственную премию. В этом году лауреатами премии стали 4 кандидата философских, технических, химических и педагогических наук. Победители получили поддержку регионального правительства, а также денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Мы ежегодно рассматриваем огромное количество проектов, и 4 номинанта ежегодно выходят на премию губернатора. Именно молодые научные сотрудники, которых мы сегодня наградили. А темы, которые мы выбрали, они абсолютно актуальны. Это и нефтехимия, и это дороги, это физкультура и спорт, это философия. Те актуальные моменты, которые у нас сегодня развиваются и в нашем Омском регионе, и очень будут востребованы для всей страны. В отборе участвовало 44 работы различных направлений. Кандидатов на присуждение премии определяла комиссия, в составе которой руководители, проректоры по научной работе учреждений высшего профессионального образования и представители исполнительных органов власти. Среди большого количества номинированных работ отметили наиболее актуальные и значимые. Так, премию заслужила одна из 4 работ на тему потребительской культуры в современном обществе. Ее автор – 31-летний доцент кафедры практической психологии Омского государственного педагогического университета Алексей Ильин. Молодой ученый признался, впервые принял решение участвовать в конкурсном отборе и не прогадал. На самом деле достаточно негативное явление, но, как говорится, приходится изучать как положительные, так и отрицательные элементы нашей жизни для того, чтобы потом можно было выстроить модель, с помощью которой можно от этих негативных элементов все-таки как-то отойти. И чтобы наше общество развивалось, чтобы оно было действительно здоровым, ему необходимо отходить вот от ценностей вещизма, индивидуализма. По завершению всего этапа выполнения и защиты кандидатской диссертации, я согласен с вами, что это хорошее поощрение от правительства Омской области. Эта премия первое, можно так сказать, в моей жизни, и приятно, что она от родного региона. С 2010 года обладателями премии становились уже 18 молодых ученых. Цель – оказать поддержку молодым ученым, создать благоприятные условия для новых научных открытий и инновационных достижений на территории Омской области.